Друзья, есть супер возможность попасть ко мне в друзья ВКонтакте. Просто переходи по ссылке в описании, подписывайся на страницу и лайкай абсолютно каждую запись. Самых активных подписчиков я буду добавлять друзья, так что дерзай, и возможно именно ты окажешься у меня в друзьях. Ну что, народ, всем здорово, с вами Кузак и Файп, и сегодня мы погрузимся в мир пятницы 13-й. Ладушки, оладушки. Всех с Пасхой, он хотел поздравить, но... Когда ты перестанешь? Я буду это в каждом ролике говорить, чтобы это просто вошло в локальный мем наших подписчиков. Окей, хорошо. В общем-то, Файп, я не знаю, он всего лишь один час играл в эту игру, так что я ему сказал, типа, ага, давай запишем ее, и будет прикольно, нам попугаемся вместе. Потому что одному пугаться как-то уже, ну, стало обыденностью, а вот когда-то с кем-то в пятницу уже такого давно у меня не было. Вы давно просили кооперативчик, из-за этого я и решил с Файбом записать. Так что обязательно лайкусик, потому что вы этого просили. Реально, сегодня будет очень много эпика. Ну, как по мне, реально это будет классно. Эпика, что... угара и страха, да. Да, так что мы сейчас запускаемся в лобби и будем нагибать, либо нас будет драть какой-нибудь там ужасный Джейсон. Погнали! Let's go! Как же я давно не видел этой заставки. Прям очень-очень давно. Это да, полный так, капец. Ребят, сразу не бомбите, что мы играем сейчас по Дискорду, просто как я новичок, как бы. Простите, да, я буду новичок. Немного пояснять, но нам тогда так будет даже легче, слушай, сориентироваться. А где ты? Можешь мне немножко подсказать? Я там, где тебе нету, это точно. Но, блин, я не знаю, как объяснить, потому что я что-то сам не понял, где я, потому что я давно не играл в эту игру. Я в какой-то домик зашел, и сейчас я дверь буду закрывать, так как... Я где-то, где флет... Как? Флет-рок? Не знаю, что за фигня. Ой, я что-то нашел. О, я дубинку нашел. Так, я сразу закрою дверь, потому что здесь рядом Джейсон, я слышу по звукам это. Или нет? Я уже, ребят, что-то разучился в эту игру играть, и мне... Да, рядом со мной Джейсон. Ну да пофиг. Он уже вроде как ушел. На самом деле стрёмно, Рил. А как понимать, что рядом Джейсон, братан? Слушай, подскажи немного. Музыка накаляется, и он рядом со мной, Рил. Братан, мне стрёмно. Я не знаю, что мне делать. У меня помехи какие-то пошли. Это нормально? Ну это Джейсон телепортировался. Ко мне? Возможно, да. Ребят, это чисто угар. Мы сегодня будем угорать над Файбом. Он будет просто сыкаться, как, я не знаю, как маленький ребенок, потому что для него это все впервые. Но все равно поддержите нас лайком. Потому что я с тобой, Джейсон. У тебя персонаж начал орать. Бро. Я на свою же ловушку наступил, дебил. Это капец. Надо тебя еще увидеть где-то. Это будет вообще прям угар. Я не знаю, мне кажется, ребята тоже, ну, было сейчас, потому что я, возможно, пропустил где-то бенз, где-то аккумулятор для машины. Брат, а как хилиться? О, ко мне кто-то бежит из моих. Из твоих? Это точно не Джейсон? Уверен? Нет, да, это на карте прям отражается. Так, как понять, где ты? Так. Я в каком-то домике рядом с машиной, с синенькой. И домиком. Ну все, я понял, где ты, я тебя увидел по карте, в принципе, окей. Мне страшно из этого дома выходить, брат. Можно я не буду выходить? Ну, если не выйдешь, когда Джейсон будет, то тебе капс, да. Так, ко мне челик прибежал. А как ты... Тут так. Джейсон. Я слышу, брат, тут Джейсон. Я слышу. У брат. Меня тоже он отображается. Беги тогда куда-нибудь. Так, я нашел аккумулятор. Это уже хороший принцип. Но брат, там... это капец. Брат, брат, выходи. Брат, выходи. Брат, а, беги, беги. Блин, тебе надо было подубавить чутка, это просто капец. Ой, беги к нам, беги, снял. Беги к нам. Он мне голову снял, братан. Серьезно? Да, я погиб. Серьезно? Блин! Ладно, братан, жопа. Вся надежда на тебя. Я буду только смотреть, как ты будешь сейчас играть. Наблюдать за игроками. Так, и... Так, я надеюсь, что я сейчас правильное решение сделал. Если сейчас нет, если он здесь, то все, мне кабзда. Он не здесь, он в домике, вот в котором я был как раз. Понял? Нет, он здесь! Он долбанный здесь! Где он? Он в моем доме, но я сейчас убежал в другой дом. Я гром гремит, земля трясется, курица пополам сломается. Несется. Чего? Жопа! Ой. Ключи, собака, ключи, где ключи? Дверь закрывай, дверь закрывай. Закрыты.
Закрыто. Точно хорошая идея? Да. Ну, тебе виднее. Фу, я к челикам побежал, потому что иначе мне кабзда. Так. Капец, успею, братан, не это... успею. Давай, давай, быстрей. Вот так вот, все. О, фух. Upgrade battery and case. Ты так хоть сказал. А чё она заорала? Потому что к нам этот прибежал. Ребят, это очень стрёмно, я не знаю, выживем мы или нет, но Джейсон настроенно серьезно, он готов нас убить. Джейсон, ты плохой. Ребят, это просто такая ностальгия приятная, на самом деле прям под по ручкам. Возьмите этот, как его здесь... Чё? О, тут что-то лежит, реально, хуй запись. Илья. Ну вот этот вот, возьми пистолетик. Типа у меня кум есть, пофиг, установим. У кого есть бак топливный? Ни у кого. Так, тогда пойдем устанавливать в тачку. Ты извини, что я тебя игнорю, я просто что-то прям в игру вошел. Пока меня в Джейсон не вошел сам. Господи, где он? Так, там топливный бак. Пойдем по прямой, там топливный бак, где Джейсон. О, ёкарный бабай. Ты прям идешь туда, куда убиваешь. Я знаю, его. я знаю, там топливный бак, потому что. Ну смотри, я прям с собой эту команду сделал, за мной бегут люди. Они меня охраняют. Кассена пошла, братан. Кассена? Да. Не пугай меня такими словами. У тебя нету? Нет. А, ты сейчас за Томми Джарвиса будешь играть, братан. О, клёво. Ты Томми Джарвис. Ты тоже, типа, ты продолжаешь играть. Спасай нас! Погоди, а где вы сначала? Где вы? Мы около машины. Посмотри на карту, нажми на английскую М. М? Так, это не та машина, которая нам нужна. А где вторая машина? Возле желтого. Ой, я далеко, капец, братья мои. Беги к желтому дому. Беги к желтому дому. Бегу. А если я Джейсону встречу, что мне делать за Томми Джарвиса? Я просто не знаю, как что он умеет вообще. Он все умеет, он очень сильный, и у него... Он умеет стрелять, у него одна оружка есть. Братан, ко мне телепортировался Джейсон. Да? Да. Жопа. Возьми топливный бак здесь. Да где? Мне бы добежать. Не тебе. Капец, Джейсон вообще какой-то матерый хрен. Мне страшно, слушай. Брат, я здесь машину нашел. Он орет. Он убил! Он убил человека! Меня сейчас он тоже убьет. Не надо, давай, живи, пожалуйста, брат. Нет! Я тупую ошибку сделал. Где, живи, я почти подбежал к тебе. Мы с тобой вдвоем остались. Бро. У меня жопа. Броули, нет, я тебя спасу, у меня он запыхался. Мне жопа, мне полная жопа, он меня сейчас схватит. Нет! А у меня есть ножичек, так что все хорошо. Давай, давай, пожалуйста, я тебя... Так нет, а я не смогу выжить только из-за того, что... Вот, беги ко мне, вот, ты бежишь ко мне. Так, беги тоже ко мне навстречу, потому что... Я знаю, просто у меня персонаж уже задыхается. Так, а чё, у меня тоже задыхается? Блин, у тебя есть аптечка? Нету. А мне все, мне вот капец. Мне. Джейсон вот реально очень матерый. Ребят, ну мы старались как вот, могли. Вот, я здесь, братан, я здесь. Да, привет. Но... Ты тогда его отстреливай его. Угу. Не, он сейчас когда войдет. Но аптечки нету, я никак не могу полечиться, ничего. На! Зря ты это сделал сейчас, это типа бессмысленно. Да. Ой, а у меня зато есть первая помощь, и первая помощь у меня есть. Так давай, дай мне, полечи меня на Z. На Z. Давай. Так. О. Ой. Так бы сразу. Давай! Лечись, дебил. А у тебя еще есть одна помощь или нету? Вроде да. Так полечись на 1, 2, 3 нажимай. У меня карманный нож есть на 1. Братан, всё. Не-не-не, если тебя схватят, то ты выберешься, нормально все будет. Так, я побежал устанавливать. Я чисто один остался, капец. Да, брат, живи, просто живи. Как? Это капец, я такой. Так, все, он здесь даже расстал капканы, и все, и ничего не сделать. Ребят, это была полная жопа, но я постараюсь сейчас хоть как-то отыграться. А, нет, еще одна Джулия осталась какая-то. Да? Да. Вот она не знает. Нет. Беги. Да куда ты побежишь? Все, это капец. Я не помню, как нажимать. Давай. Нет. А я на пробел сначала нажимал. Мне вот точно так же сделали, кстати, как и тебе. Ну, какой-то прям жесткий пацан, я не знаю, зачем он так. Хотя бы пошутил бы над нами. Ну да ладно, мы старались как могли. Надеюсь, что вам понравилась эта потная катка.
Друзья, ну какая-то такая вот получилась пилотная серия после такого огромного просто перерыва. Если вы хотите продолжение, то давайте здесь наберем 500 лайков. И, в принципе, мы с Файбом еще пойдем. И там уже серия будет не на 10 минут, как это, а, ну, минут около 20, что ли. Вот так вот точно две катки сыграем. Вот, в общем-то, подписываемся на наши социальные сети. Все ссылочки есть в описании, на Инстаграм, на ВКонтакте. Есть ссылка на Файба. Подписывайтесь также на каналчики и, в принципе, оставляйте свои положительные и хорошие комментарии и ставьте лайкусики, естественно. С вами были, как всегда, Кузака и Файб, я это уже сказал. Всем удачи и всем до скорого. Всем до скорого.